Всем доброго вечера! Вас приветствует One Fold Band. Мы рады всех видеть в этом зале и рады знакомству, рады видеть старых знакомых, рады видеть новых гостей. И наш коллектив создан достаточно недавно, буквально, наверное, нам сколько? Месяца 3-4. И подобного коллектива, в принципе, и таких коллективов довольно много в Средней Азии, на Ближнем Востоке. Но вот в России, пожалуй, это первый такой коллектив, играющий на старинных восточных инструментах. Как видите, у нас вот дудук, тар, ут, скрипка, дхол, большой барабан. И идея играть музыку, которая на старых, на старинных инструментах, и этой музыке зачастую больше 1000 лет, то, что мы играем. Это музыка Ближнего Востока и Передней Азии. А почему мы решились назвать наш коллектив Ван? Кто знает, что такое Ван вообще? Озеро. Ну, громче, кто знает? Озеро. Озеро, да. Ван. Озеро Ван, город Ван. Историческая Армения, Западная Армения. Абсолютно верно. Так уж получилось, что весь коллектив состоит из армян, мы не договаривались. И перед следующей песней я бы хотел рассказать небольшую легенду об озере Ван. На этом озере стояла крепость, где жила прекрасная дева на острове. И она влюбилась в простого парня, в простолюдина. И так как она была высокого положения, естественно, семья и свита были не в восторге от этого. И они инкогнито встречались на острове посреди озера. И каждую ночь она разводила костер, и он плыл к ней через озеро на вот этот огонь. А принцессу звали Тамара. И в один прекрасный или не прекрасный, ужасный вечер недруги потушили огонь. И когда молодой человек плыл к ней, опустился туман на озеро, и он не видел света. И, к сожалению, утонул. И последними его словами были «Ах, Тамар!» То есть «Ах, Тамара!» И мы подготовили к следующему нашему концерту эту вещь, называется она «Ах, Тамар!». А сейчас мы хотим вам предложить не менее красивую музыку, песню, называется она «Сарьяхчик», «Горянка» в переводе на русский. Ну, собственно, мы попытаемся этот образ прекрасной девы вам передать сейчас.
Состоит из песен народов, ну, музыки народов Передней Азии и Востока. И, конечно, базис этого всего это Армения, и Западная Армения, и Великая Армения. Это то, что располагалось на территории государства, которое располагалось на территории Восточной Турции, то место, где сейчас находится Армения, северного Ирана. И так как этот народ расселялся довольно по обширной территории, и естественно игрались мелодии различных других народов, и также перед другие народы играли, там такие как греки, например, такие как болгары играют музыку, и армян, и армяне, и болгары. В общем, это дружба народов и интернационал. И следующая композиция, которую мы сыграем, называется Севдзов. Севдзов в переводе с армянского, по крайней мере, это Черное море. И так как мы все любим Черное море, вот, эта песня вообще-то, в принципе, сформировалась, да, на побережье Черного моря. И, как бы, собственно, наверное, мы постараемся сейчас передать этот неистовый, как энергию неистовую Черного моря. Но, собственно, Севдзов. Дальше мы сыграем, собственно,
тоже я хотел. Следующая вещь называется Эрзруми Шорор. Это медленный танец. Но хотел бы обратить ваше внимание на инструменты, на которых мы сегодня играем. В двух словах расскажу вот про Сурен Григорян. У нас сегодня играет на дудуке. Возьми дудук, покажи хотя бы. Сыграй пару дуд. Этот инструмент сделан из персикового дерева. И ему первое упоминание о нем порядка там 2000 лет. Вот Сурен меня поправляет, говорит, даже больше. И вы, наверное, все знаете такого дудукиста, как Джалан Гаспарян, который прославил этот инструмент. Вот у нас есть Сурен Григорян, который, собственно, тянется к таким вершинам. А второй инструмент, на котором он играет, называется шви. А он из какого дерева сделан? Тоже из персика. Это такая флейточка. Вы сейчас будете иметь возможность. А разница в том, что дудук это более бархатистый, низкий тембр, а шви это более высокий, вы сейчас слышите. Да. Ну что ж, вот у нас Артур Биджанян, который играет на царе. Артур, сыграй пару нот. Виртуоз. Тар это тоже довольно древний инструмент. Если честно, я даже пытался найти сведения об этом, но везде написано, что даже неизвестна датировка, когда этот инструмент появился. И его верхняя дека, вот эта часть, сделана из кожи рыбы. Вот. И лады тут тоже ты сам натягиваешь, как хочешь. То есть это довольно древний инструмент, и на нем играют в Персии, на Передней Азии, вот, там в Турции то же самое. Вот такой, в общем, у нас инструмент. Ну, собственно, я играю на, как вы видите, инструмент называется ут. Ему порядка 5000 лет. Первые упоминания на шумерских печатях были. Это интересная история этого инструмента. Его завезли в Испанию. Мавры во время завоевания Испании. И потом из этого инструмента получилась европейская лютня. А из, как мы все знаем, из европейской лютни получилась гитара. Уже, собственно, дедушка современной гитары. Вот. А Вячеслав и Артур у нас играют на... Вячеслав играет на духоле. Вячеслав. Я думаю, духолу больше всего лет из этих инструментов, потому что это первый ударный инструмент. Вот. И также в народных ансамблях вот есть такой большой барабан. Еще его называют даул, но у нас такой маленький даул. На нем играет Артур. Это довольно старый инструмент. Ну и, естественно, королева нашего ансамбля. Сюзанна Ранзиган. Вообще это скрипка, но она так играет, что это и каманча, и скрипка, и лира, все вместе. Ну что, а сейчас вы послушаете инструменты каждого соло. Эрзруми Шорор.
Но так как у нас сейчас осень, очень бы хотелось, чтобы пришла весна. И следующая песня, ее вам споет Мариетта Базьян. Гаруны Гав, что значит весна пришла. Сначала медленное, обычно напевное, а дальше и лирическое какое-то. А дальше идет танец. И, собственно, не знаю, у кого какие начала, у меня зачастую вызывают какие-то ассоциации, как будто издалека что-то, караван или что-то такое идет. И дальше это все переходит в такой праздничный танец. Попробуйте представить себе свои ассоциации, что у вас получится. Ну что? Тарнаерк Упар, что значит песня и танец. Thank you.
Эльс Саят Нова. Это поэт 18 века, который писал на армянском, грузинском, турецком языке. И одну из его песен, лирику, это мастер любовной лирики Востока. Мы дарим вам Кани Орджан. Сыграть. И в общем в итоге мы разучили и
теперь у нас в репертуаре есть и греческая музыка. Собственно, мы хотим ей поделиться с вами. Ну, манделатос. Thank you.
Артур Мирзоян, слава Дорбуке! Тамзара. И мы сыграем в середине этого танца. Каждый из нас сыграет соло. Будем рады аплодисментам.
Спасибо большое.
Ой, Назан, и Назан.
Ну а теперь Мария Достоевна.
споет вам песню. Бенгали. Про что песня? Про любовь. Ну, конечно. Все песни.
Спасибо. Ну а сейчас мы исполним мелодию, которая довольно популярна в Турции. Называется она «Дал-дала». Ее также исполняют как и турки, так и армяне. В общем-то, это интернациональная мелодия. И соло на дудуке, и соло на таре будет исполнять Артур Биджанян и всеми любимый Сурен Григорян. Thank you.